Здравствуйте, я Полина. 23 января я сделала первую прививку от коронавируса COVID-19. Это решение вакцинироваться мы приняли вместе с моей мамой, поставили с ней укол почти одновременно, потому что опасаемся осложнений. Для меня вопрос не стоял, делать ее или не делать. Я сделала в первый же день. Зовут меня Евгений Коваленко. 21 января я сделал прививку от COVID-19. Не вижу оснований не доверять разработчикам вакцины. Прошло уже 12 дней после получения первой части вакцины. Самочувствие мое абсолютно нормальное. Каких-либо серьезных побочных эффектов за этот период я не отметил. Те ограничения, которые вводятся в связи с проведением вакцинации, имеют непродолжительный характер, не более 3 дней, и существенным образом не повлияли на мой устоявшийся распорядок дня. На второй день у меня был небольшой дискомфорт, ну, было такое небольшое состояние слабости. Вот во второй половине дня немножко меня полихорадило, но это были такие совершенно незначительные симптомы, которые не помешали моей работе. Моя мама, например, гораздо легче перенесла. Она в течение пару дней отмечала у себя учащенное сердцебиение. У меня же через 6 часов появился озноб, затем резко подскочила температура выше 38,5 градусов. В течение часов 2 я сбила ее парацетамолом. Очень сильно болела голова. К утру обезболивающими я сняла головную боль. Затем на второй день чувствовала легкую усталость. На третий день была уже бодрячком. У меня и сестра, и мама живут в Подмосковье. Мама относится к категории старше 65 лет. Она тоже колебалась. И после того, как мы поставили прививку, мы убедили маму тоже поставить прививку. Я хочу сказать, она вчера ее поставила, чувствует себя замечательно, поэтому я всем рекомендую.